Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. В Беларусь пришло похолодание. На территорию республики устремился арктический воздух. Уже сегодня на отдельных участках дорог возможна слабая гололедица. Днем небольшие кратковременные дожди. Завтра дорожную ситуацию может осложнить мокрый снег, а в пятницу первая метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. К выходным ночью прогнозируется до 7 мороза. Дороги станут скользкими, на что следует обратить особое внимание автовладельцам. К слову, водителям в связи с похолоданием пора готовиться к сезонной смене шин. Специалисты рекомендуют переобуть машину, когда температура воздуха на улице не выше плюс 7 градусов. Зимняя резина помогает сократить тормозной путь и значительно улучшает управление автомобилем в условиях гололеда и снежного наката. Не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью. К слову, на белорусской АЗС уже стало поступать и зимнее дизельное топливо. В Минске устанавливают материальный ущерб и виновника пожара в поселке Лебяжие. Около 2 ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании в бытовке. Огонь был такой силы, что пламя затронуло 6 автомобилей BMW, которые находились на соседней территории. У машин расплавилось лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы. Предполагаемая причина ЧП – нарушение правил эксплуатации печей. Белорусские депутаты определяют сегодня состав постоянных комиссий Палаты представителей. Первая сессия продолжает работу, и она целиком посвящена организационным вопросам. Накануне на заседании был сформирован Совет Палаты, в который вошли спикер, вице-спикер, а также главы всех 14 постоянных комиссий. Депутаты ранее провели предварительное электронное голосование, в ходе которого каждый высказал свои намерения работать в той или иной комиссии. Первой по количеству голосов оказалась комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Самая массовая организация в мире ООН отмечает сегодня день основания. 67 лет назад вступил в силу устав этой структуры. Рожденная трагическим опытом Второй мировой, ООН поставила цель – уберечь мир от новых войн и конфликтов. БССР стояла у истоков создания организации – и в 1945 году вошла в число ее первых членов, что стало свидетельством признания вклада нашего народа в разгроме фашизма. Тесное сотрудничество Беларуси и ООН продолжается и сейчас. Представители международной структуры вот уже 20 лет работают на территории нашей страны. Среди приоритетов – сотрудничество по чернобыльской тематике, развитие малого и среднего бизнеса и борьба с эпидемией ВИЧ в мире. Минувшие сутки в Испании прошли под знаком массовых протестов. Несколько тысяч демонстрантов собрались у парламента в Мадриде, где законодатели обсуждали бюджет страны на будущий год. Проект предусматривает сокращение расходов за счет социальных нужд. Демонстранты выступают против экономии за счет простых жителей. Требуют свернуть программу жесткой экономии. Отмечу, Испания все больше скатывается в финансовую пропасть. Накануне международное агентство объявило о снижении рейтингов 5 испанских регионов из-за их неплатежеспособности. На севере Турции наводнение и сели привели к первым жертвам. В провинции Кырыкале погибли по меньшей мере 3 – мать, отец и ребенок. 10 человек пропали без вести, есть пострадавшие. Селевые потоки накрыли несколько населенных пунктов. Людей успели эвакуировать за считанные часы до стихийного бедствия. У побережья американского штата Калифорния, неподалеку от Санта-Барбары, акула напала на серфингиста. Мужчина от полученных ранений скончался. Свидетелем трагедии стал друг погибшего, который вытащил его из воды. Однако спасти жизнь пострадавшего не удалось. Это 2-е нападение акулы со смертельным исходом на этом пляже за последние годы. В октябре 2010-го жертвой хищника стал 19-летний студент. Парламент Греции лишил иммунитета 3 депутатов от неонацистской партии «Золотая заря». За это проголосовали единогласно 220 парламентариев. Решение последовало из-за участия в начале сентября 2 депутатов-неофашистов в погроме на рынке, где торгуют мигранты. 3-го Илиаса Касидиариса обвинили в соучастии в ограблении и нанесении телесных повреждений в 2007-м. Он же прославился и в мае текущего года, когда в прямом эфире телевидения избил женщину-депутата. Лондон может вскоре лишиться одного из самых известных своих символов – черных кэбов. Британская компания, единственный производитель этих знаменитых такси, объявила о банкротстве. Заявление последовало после провала переговоров о реструктуризации долга перед банками. Финансовые проблемы компании обострились в начале октября, вскоре после массового отзыва черных кэбов новой модели. Их продажи приостановили из-за неисправностей в рулевом управлении. Таисия Саховская, телекомпания СТВ.
А в Гомеле впервые пересадили почку. Операция прошла в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Пациентом стал 42-летний житель области. Операция длилась около 4 часов. И сегодня мужчина переведен из реанимации в общее хирургическое отделение. Всего же в трансплантации в регионе нуждается 116 человек. Созданная материальная база позволяет проводить операции на высоком уровне. В год их планируют делать около 20. Медицина верит, наша медицина, она под прогресс идет. Операция сама по себе прошла успешно, этому предшествовали большие организационные мероприятия. Вот. А значимость, которую она имеет для гомельской медицины и для гомельской трансплантации, очень огромная, потому что очень большой лист ожидания пациентов, которые ждут этой операции. Нынешний пациент с положительной динамикой, он поправляется. Минский стадион «Динамо» накануне поздно вечером в очередной раз принимал матч Лиги чемпионов. Белорусский «Батэ» играл с одним из сильнейших испанских клубов – «Валенсией». И хотя победа со счетом 0-3 досталась гостям, болельщики «Батэ» до последних минут поддерживали команду. Мы следим за информацией. Заходите на наш сайт tv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 13:30.